общем, я вышла, все, я пошла по набережной, посмотрела на этот отель. Сейчас я вышла вот сюда, вот эта улица параллельно морю. А вот сзади лошади. Вот на лошадке, на карете можно доехать. Здесь я была, наверное, только один раз. В основном пляж, номер, какие-то кафе, рестораны. А в этом году я прям вот себе даю большие променады, такие большие прогулки. Вот виноград. Здесь обменник. Меняют всю валюту. Разных стран. Так, ну что? Теперь бегом до дома, до отеля и обедать. Прогулка у меня сегодня удалась очень даже. Я прям довольна. Перейдем просто без комментариев под музыку. А может, с комментариями, не знаю, посмотрим. Улитки, улитки, улитки. Улитки. Улитки, везде улитки. Вот здесь находится монастырь Святого Георгия. Вот это я прошла первую часть улицы. Теперь вот эта развилочка, памятник Святому Георгию Победоносцу здесь, на въезде в Поморье. Такой памятник. Покажу потом черешню, какую я купила. Все такое, как в деревне. Гузики. Да неплохие, да не вообще гнилые. Гузики хорошие. Персики. Большие, маленькие. О, Максим. Что с как стал? Был за раду бросил. Несколько часов по дубле и большой. Ой, вот это фасоль классная. Жалко, негде готовить. Приходите, тут пусто, разруха, там пусто, ничего нету. И тут палаточка. Но я таких уже много прошла. А вот ежевика, смотрите. Будущая ежевичка. Честно признаюсь, я уже очень устала идти. Я бы доехала даже на автобусе, наверное. Но вот сколько я иду, его нет. Ура, цивилизация! Наконец-то я дошла до Поморья. Наконец-то я дошла. Магазины. Здесь сразу и кафе. Закус разный. Еда вам, пожалуйста. И перцы. Чучевцы. Перцы-чучевцы. Так, вот еще фрукты, овощи. Иду с этой стороны. Ой, ежевика какая. Какая ежевика. Ладно, более-менее здесь апельсины. А вот инжир. Инжир. Там внутри овощи. Кстати, вот из Поморья до Созополя доехать, это какое-то вот мега деньги вообще стоит. То есть это где-то 75, что ли, левов они заряжают. Тебе утварят, добьют панограда и мыги затварят. Таксишки, магазишки. Сувенирные лавки. Какая тетя. Слушайте, болгары ездят вообще как сумасшедшие просто. Для них правила, по-моему, не писаны. Двойная сплошная, они вообще пересекают без всяких комплексов. И страха перед тем, что полиция их поймает и штрафы впишет. Якобы нам сказали, что на лето и камеры отключают. Поэтому они тут гоняют, как сумасшедшие. Крышка.
Это мы плавно перетекаем вообще на центральную улицу. Здесь жизнь бьет ключом именно вечером. Сейчас есть народ? Ну, сейчас обед. Да, есть люди, есть. Кстати, раньше здесь продавали в витринках такие тортики. Многоярусные, такие огромные. В этом году ни одной витрины, в общем, тортиков нема. Нету тортиков. Много чего позакрыто. Здесь банки можно поменять, снять. Вот курс сейчас евро получается 1,93, а доллар 1,73. Всякие сувенирные. Кстати, вот такую сковородину притащили домой себе. А тут еще, оказывается, и крышки продаются. Здесь вот серебряная палатка. В Болгарии серебро. Ну, как сказать, и дорогое, и дешевое. Ну, такой выбор колоссальный. Хочу вам показать черешню. Вот такая черешня, смотрите. Вообще офигительная. Тут плохая одна попалась. Вот эта черешня на 6 левов получилась. Килограмм получается 7 левов, а это 6 левов. Классно. Крупно. Всем уже добрый вечер. Нагулялась я и чувствую, я перегуляла. Что-то мне как-то так поплохело, что еле-еле в себя пришла. А сейчас мы, в общем, пришли ужинать. Что-то мы даже бездумно как-то заказали, но заказывали даже. Вот, да мне плохо стало так, настолько плохо, что вообще еле в себя сейчас прихожу. Значит, смотрите, это пелешка, то есть отбивная куриная бедрышко. Вот это вот, это мидии теплые, только что из моря выловленные и уже приготовленные. Слушай, какие вкусные. Теперь вот это вот кабачки с баклажанами, для них вот этот соус. То есть можно кабачочек, ой, толстенький какой, вот так вот макнуть. И ребят, это потрясно, только чесночка не хватает. Вот это вот картошка фри. На самом деле принесли просто чипсы. Нас спросили, вы какую картошку, свежую или с пакета хотите? Мы говорим свежую. Но на самом деле я не рассчитывала, что будет вот такая вот картошка фри. Честно говоря, я картошку фри не очень хотела бы. Язык? Боже мой, у нас банкет, что ли, сегодня? Ты не перепутал день вообще, дата? У нас вообще юбилей свадьбы был в конце апреля, 10 лет. Ну ничего, сейчас другой юбилей. Да. За следующие 10 начинаешь. Спасибо. Это уже вот язык принесли. Язык здесь, по-моему, красным перчиком приправленный. Так, и вот это вот кашкавал, что я очень хочу в первую очередь, кашкавал. А вот картошка фри, честно говоря, горьковатая на вкус. Да, сегодня голодал. Нет, был горьковатый все-таки баклажан. Ой, этот самый кабачок. Так, ну ладно. Баклажан. Баклажан горьковатый. Угу. Ну ладно. Всем приятного аппетита. Буду жива, еще с вами свяжусь. Я вот хочу показать вам вот это застолье бешеное. О, ребята, Болгария. Приезжайте сюда, здесь еда такая вкусная. Особенно те, кто гурманы. Ну это как вообще? Это обжорство, что ли, да? Тем, кто соблюдает диету, и тем, кто не соблюдает диету. В общем, вы нас отругаете, кто фитнес, там все за здоровый образ жизни. Давайте на сегодня про это забудем. Все, всем приятного аппетита. Все, пока.